Транспортное движение восстановлено. Сегодня открыли Северодонецкий путепровод по улице Объездная. Капитальный ремонт длился немногим более 4 месяцев. 300 тысяч долларов выделили по программе развития ООН при финансовой поддержке правительства Японии. Предполагается, что в сутки этой дорогой будут пользоваться около 8 тысяч автомобилистов. Подробности в сюжете. 4 месяца ремонтных работ и путепровод по улице Объездная не узнать. Этот участок теперь оборудован ветрогенератором, солнечными батареями и светодиодными фонарями. Тротуарные дорожки покрыты кварцевым песком, установлено новое ограждение. Посмотреть на его перевоплощение приехали областные и городские власти, а также постоянный представитель ПРОН в Украине Нил Вокер. Починаючи роботу, ми розуміли, що фактично цей шляхопровід є головними воротами в місто. І ми доклали максимум зусиль для того, щоб він виглядав саме таким. Не тільки був надійним, довговічним, а ще був таким святковим, білим, чистим і приносив не тільки користь, економічну вигоду, але й приємні враження жителям міста. И мост приятно удивил доноров строительного проекта. Говорят, теперь по нему смогут ездить грузовики. Мост выполнен очень хорошо, качественно. Здесь использованы передовые технологии в связи с некоторыми повреждениями после обстрелов бетонной плиты, несущей конструкции. Некоторые балки и колонны были усилены для того, чтобы обеспечить проезд грузового транспорта. Теперь мы его будем спокойно эксплуатировать, следить за его техническим состоянием. Надеемся, что он прослужит очень долго и будет приносить пользу. Асфальтное покрытие на самом путепроводе ровное, а вот подъездные к нему пути в ямах ждут своей очереди. В областной службе автомобильных дорог говорят, их отремонтируют к концу сентября. Мы все-таки ждем поддержки со стороны государства, скажем так, на государственную дорогу, чтобы сразу за мостом дальше дорога была не хуже. Организация Объединенных Наций в будущем, как мы предполагаем, будет продолжать с вами сотрудничать. И мы с нетерпением ждем открытия новых таких объектов. Пока открытие новых объектов ждут, по путепроводу уже едут первые автомобили. Теперь водителям без надобности делать круг для выезда на Пролетарский мост. Вы первый, кто едет по мосту. Ваши впечатления? Приятно, что мост открыли наконец-то. И не надо теперь до аммиака, вокруг аммиака ездить. Дорога нормальная. Дарья Расторгуева, Куценко, Валентин Сычев, Андрей Бригидер, Подия.